Реакция. Известь медным купорусом. Так. Ингредиент номер один. Песок. Ингредиент номер два. Негашеная известь. Негашеная. Мешаем. Вода. Вот такой вот у нас получился составчик. Песок с известью. И железный купорос. Добавляем в этот составчик. Вот такая реакция позеленения песка. В результате мы получим вот такого цвета зеленоватую плитку. Вместе с красителем у нас получилось что-то вот такое. Хорошо взялась она. Приблизительно минут за 5. Довольно-таки неплохо. Но еще минут 10 нужно подождать и будем ее отсюда извлекать. Посмотрим, что у нас получится в результате.